Я знал, что Трэш замышляет недоброе. Но такого в нашем агентстве не ожидали. Я попытался его арестовать, но он удрал через портал. Правда, перед этим я успел таки разбить его фонарь. Вот так я и спас мир снов. Пускай Трэш избежал, я вернул украденные сновидения. Неплохо для новичка. Осталось разгрести бумажную работу.